Огонь вспыхнул глубокой ночью на территории горнолыжного курорта Халдами. Его пытались тушить собственными средствами и только потом вызвали МЧС. Пожарные локализовали пожар за 20 минут, но к этому времени полностью выгорело 20 из 26 палаток. 11-летняя девочка погибла на месте, еще 13 школьников доставлены в больницу. Спасти жизнь троих врачам не удалось. Сейчас следователи проводят проверку, но уже известно, что на размещение в палатках разрешения не было. В этой связи на Кубани планово проверят безопасность всех детских лагерей. Такое поручение дал губернатор Вениамин Кондратьев. Я выражаю соболезнования семьям погибших детей. Это самое страшное, что может быть для родителей. Поручил главам муниципальных образований подключиться к проверкам. Комиссии должны подходить к этому вопросу жестко. Если есть нарушения, лагерь закрывается до того момента, пока его не устранят. Поблажек не будет никому. Также считаю необходимым еще раз провести в лагерях эвакуационные учения. Дети должны знать, как действовать в подобных ситуациях, что делать и как их избегать. Вениамин Кондратьев потребовал провести работу с персоналом детских лагерей на Кубани, чтобы специалисты были максимально готовы к нештатным ситуациям. Также по поручению главы региона в Краевом управлении МЧС провели оперативное совещание. На нем обсудили дополнительные меры противопожарной безопасности в местах отдыха детей. Сейчас на Кубани больше 1500 оздоровительных площадок самых разных форматов. 8 дети проживают не в капитальных строениях. В каждом из них еще весной проводились проверки систем пожаротушения. Каждая смена начинается со дня безопасности и учебной эвакуации. Есть и добровольные пожарные дружины. Но существуют стихийные кемпинги, и они тоже требуют надзора. Ни в коем случае не ослаблять внимание. Затем происходит сейчас. И, соответственно, при любой какой-то нестандартной ситуации сразу сообщать, что мы могли своевременно принять меры. Вот, если что-то, еще раз говорю, у нас нет задачи там запретить и не пущать, как говорится. У нас есть задача приехать, навести порядок, оказать максимальную помощь, содействие, чтобы люди могли спокойно отдыхать. На совещании было решено усилить контроль за стационарными и передвижными стоянками туристов. Пожарные проверят, нет ли стихийных лагерей или дополнительных палаточных стоянок, о которых раньше не заявляли руководители муниципалитетов. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.